Всем привет! Вы на канале Мехамозг. Меня зовут Евгений. Друзья, тема сегодняшнего видео не шахматы, как вы могли подумать, а фасонный резец. Решил я изготовить полный комплект шахмат. Сейчас пройдусь по порядку. Допустим, взять если ладья. Ладья довольно простая фигура, ее выточить легко. Конь. С коня как раз таки все и началось. В прошлом видео я показывал, как выточить коня на токарном станке. Ну и решил остальные фигуры доделать. Пешки. В плане размеров. Довольно несложно выточить одну пешку произвольно, это легко. А вот повторить еще раз так же, а здесь надо это сделать 16 раз. Поэтому решил я все-таки заморочиться с фасонным резцом. Никогда их не делал. В этот раз решил. В принципе, получилось. Нашел материал, который поддается закалке. Но совершил ошибку. Вот оправка у меня здесь есть. Приспособление для токарного станка. Я показывал, у меня есть видео на моем канале. Довольно полезная вещь, много раз выручала. Но проблема в том, что данный резец, с учетом этой оправки, можно срезать только до середины. То есть половину диаметра срезать. А для подобных резцов, обращаю на это внимание, необходимо срезать больше половины диаметра. Иначе задний угол получается небольшой и резец режет довольно плохо. На примере пешек это видно. Была вибрация, местами он резал, местами грыз. Но все-таки все пешки я выточил. Не стал их шлифовать для наглядности. Ну а когда начал точить слонов, догадался, что если не могу поднять оправку, ее можно опустить. Я перевернул резец и опустил оправку, и слоны у меня уже точились довольно-таки неплохо. И их я решил шлифовать. Эти фигуры у меня получились более-менее шлифованные и красивые. Ферзь тоже получился неплохой, но с ним вышла небольшая оказия. При вытачивании данных резцов необходимо вытачивать их как бы наизнанку. То есть срезать то, что потом останется на фигуре. И одним словом, канавку я врезался не с той стороны, и фигуры получаются теперь надо точить не с головы, а с другой ее части. Но при этом получилось, что удивительно, очень большая линия реза, но фигуры не обламывает, они не поджаты ничем. Как алюминий, так и бронза, все это я отливал сам. В принципе, получился неплохой сплав. Если посмотреть на доску, я думаю, многие заметили, что не хватает королей. А как играть без королей? Поэтому короля мы сейчас изготовим. Но прежде все-таки покажу, как вытачивать данный резец. Есть у меня вот болваночка, с нее я и буду точить. Сейчас покажу все наглядно.
Очень даже похоже. Получился вот такой вот фасонный резец. Что, шахматы почти готовы. Последний штрих. Дошел, дошел. Отлично. Расставляем. И можно начинать. Надеюсь, видео было для вас полезным. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем творческих успехов. До новых встреч!